Очередная провокация КНДР. Северная Корея провела испытание водородной бомбы, самой мощной в своей истории. Мировые лидеры снова заговорили о полной изоляции Пхеньяна и угрозе новой мировой войны. Дмитрий Анопченко расскажет все подробности, он в Вашингтоне. В 7:30 утра, когда Америка еще только просыпалась, в воскресенье все-таки, Дональд Трамп в Твиттере сообщил, Северная Корея провела крупное ядерное испытание, и это враждебные и опасные для Соединенных Штатов действия. Еще в одном месседже американский президент уверяет, мол, Пхеньян нечего уговаривать, они понимают только одно, имея в виду силу. Но пока что силу демонстрирует как раз КНДР. В очередной раз, вопреки всем призывам, Пхеньян испытал водородную бомбу, предназначенную для межконтинентальных баллистических ракет. Мощность до 50 килотонн. Приказ отдал лично Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщают, испытания были успешными. А сам диктатор заявил, все детали для производства бомб на 100% теперь делают в его стране. Правительства Японии и Южной Кореи созвали на экстренные заседания членов своих советов безопасности. Сеул настаивает, платой за очередные испытания должна стать полная изоляция Севера и будет требовать введения еще более жестких санкций. За усиление этих самых санкций уже высказались и Меркель, и Макрон. Они по телефону говорили. Есть уже и реакция Евросоюза. Брюссель устами Федерики Могерини называет испытание серьезной угрозой для международной безопасности и требует от КНДР немедленно отказаться от разработки оружия. Что делать в этой ситуации, будут решать и министры иностранных дел стран ЕС. Они на следующей неделе в Таллине соберутся, и Совбез ООН, который Могерини призвала посовещаться еще раз. Но организовать Совет Безопасности ООН не проблема, его хоть завтра могут созвать. Проблема – принять новые и действенные решения. Не секрет, на прошлом заседании все обошлось лишь словами осуждения КНДР. И Россия, и Китай выступают против усиления санкций, в том числе против введения санкций самостоятельно, односторонне, Америкой. А санкции, по сути, были единственным действенным механизмом давления. И остается только военный путь. Как пишут американские СМИ, Южная Корея готова попросить у Штатов согласие на размещение на своей территории самого мощного стратегического оружия США. Японские военные обратились к своему правительству, просят 8,5 миллиардов йен, хотят создать лазерные установки, ведь теми средствами ПВО, которыми они располагают, ракеты КНДР не перехватить. Все это, конечно, повысит уровень безопасности. Вот только Северную Корею от очередных испытаний никак не сдержит. И когда новость об очередной провокации КНДР появится в Твиттере Трампа? Увы, просто дело времени. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».